Самое главное, конечно, это хочется вам пожелать как можно больше сил, как можно больше здоровья на ваших плечах. Лежит большая ответственность. Работников скорой помощи с профессиональным праздником поздравили президент Сергиево-Посадской торгово-промышленной палаты Олег Гаджиев и директор департамента торговли и услуг палаты Татьяна Ильина. День работника скорой помощи в России отмечают 28 апреля. Но долгое время праздник был неформальным, и лишь 2 года назад он обрел всеобщее признание и официальный статус. В день рождения скорой помощи медикам подарки. Их скорости, умение быстро отреагировать, быстро понять, что с человеком происходит, можно сказать, в нашей жизни, в их руках. За это им большое спасибо, низкий поклон, крепкого здоровья всем их близким, ну и, конечно, мирного неба над головой. Ежедневно от жителей городского округа в скорую помощь поступает более 150 обращений. Это большая нагрузка не только на медиков, но и на машины, которые выезжают на вызовы. Поэтому автопарк скорой помощи регулярно обновляется. Последний раз обновление было в декабре прошлого года. Сергей Осипов, Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События».